Всем привет, я Трыков Павел, и вы на канале «Аэролодки и вездеходы Север». Сегодня мы на международном военно-морском салоне 2024, который проходит в городе Санкт-Петербурге. Давайте посмотрим и изучим, что здесь представлено, оценим масштаб выставки, и я вам расскажу о роли нашей компании на данном мероприятии. Обязательно досмотрите ролик до конца, а я вам расскажу о наших новых разработках и планах развития Красноярского амфибийного завода «Север». И перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал. А также напишите в комментариях ваши впечатления о выставке и какое подобное мероприятие вы можете нам посоветовать. Участие в салоне принимают крупнейшие компании нашей страны, такие как Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация, Ростех и многие другие. Мы уже активно сотрудничаем с Министерством чрезвычайных ситуаций, и в самое ближайшее время Департамент спасательных формирований и Управление безопасности водных объектов будут скомплектованы аэролодками «Север». Об этом подробнее я рассказывал в предыдущем ролике. Технические характеристики аэролодки «Север» и возможность использовать ее круглогодично при любых условиях идеально подходят для тех целей и задач, которые ставят перед собой силовые структуры, в том числе и Министерство обороны. Мы развиваемся и совершенствуем нашу технику каждый день. Так, в текущем году нами была внедрена на производстве ПЛМ-система. Это позволило ускорить процесс сборки, улучшить качество и усовершенствовать технологический процесс. Также стоит отметить, что Красноярский амфибийный завод «Север» работает в рамках гособоронзаказа, имеет все подтверждающие документы. И буквально на днях мы получили очередное подтверждение всесезонности нашей техники, испытав ее в климатической камере в самых суровых условиях. Отдельно хотелось бы отметить, что наша техника поставляется не только для частных нужд рыбакам и охотникам, но и в рамках 44-го и 223-го федеральных законов. Компания имеет свидетельство о признании РКО, а вся выпускаемая нами техника включена в реестр российских промышленных товаров Минпромторга. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно на них ответим. С вами был Красноярский амфибийный завод «Север». До новых встреч!